Всем привет! Ребят, вчера мы вот только отсадили самочку меченосца зеленой, вон она, видите, вдалеке там. И сегодня утром уже вот у нас малечки появились. Если вот присмотреться, вот видите, вот они. Враголистники, видно их. Прячутся. Так, один вон он. Также еще вот малечек сидит возле грузика. Но их не видно сейчас. В самом роголистнике еще прячутся. А вот он еще сидят. Вот они, видите? Зеленый меченосец. Но она еще сейчас, скорее всего, еще будет давать малечков. Пока мы их тревожить не будем, пересаживать. Пускай сидят. Тигровая еще не готова. Еще будет плавать здесь. Сейчас еще немножко подождем и будем отсаживать. Вот они, ребят, малечки, видите, плавают. Враголистники попрятались. Серенькие. Прям как ихняя мамка. Итак, ребят, мы убрали враголистник, убрали меченосцев взрослых. И вот они, наши малечки. Можете сами их наблюдать. Вон, плавают и сверху. Сейчас камеру сфокусируем. Вон, и сверху плавают, и снизу, и вон, по всему аквариуму. Вот они, наши красавцы. Вот они, хорошие мои. Ну, штук 40, наверное, ребята, она родила. Штук 40, может быть, даже штук 50. У меня она первый раз давала малечков. Так что я считаю, для первого раза это очень-очень хорошо. Вот они манюньки. Сейчас мы их будем отсюда вот пересаживать. В общий аквариум для малечков. Где они у меня будут и подрастать. Итак, ребят, вот они, малечки. Мы их пересадили уже пока в ведро с аквариума, с маленького, с того. Здесь их вон отчетливо всех видно. Ведро у меня 20-литровое. Ой, 10-литровое. Ну и вот сколько их здесь, сами видите. Для первого раза, я считаю, очень-очень даже хорошо. Ну все, ребят, спасибо за то, что смотрите меня. Подписываемся на мой канал. Ставим пальцы кверху. Подписываемся в группу ВКонтакте. Не забываем нажимать на колокольчик. Пока-пока.